Terima kasih telah menonton! Значит, друзья, а с вами Денис Гик, и вы видите вот этот вот необычный набор. Значит, сегодня я научу вас и расскажу, как сделать собственными руками зеркало с сенсорным включением подсветки. Вы видели такие классные зеркала. Я делал обзор на вот этот вот блочок по управлению нагрузкой. Я его именно использую, но плюс я еще использую свою давнюю самоделку. Это блок плавного розжига для светодиодной ленты 12 вольтовой. И как вы видите, у меня здесь есть, я уже специально прикинул светодиодную ленту. 12 вольт у меня еще было давно заказано с Алиэкспресс, она у меня лежит для каких-то целей. Вот красная. Это у нас синяя вроде. Так, да, синего свечения и еще в силиконе, по-моему, обычное э, теплое. Значит, значит, зеркало я у себя снял с ванной. Самое обычное зеркало, которое там стоило копейки. Когда-то я его даже сам, по-моему, вырезал и... Ну да, я сам вырезал. Кривовато. Ну, в общем, ладно, немножечко. Его там практически не заметно. Значит, что я буду делать? Я купил вот такие вот планки-штапики. Посажу я их, вырежу нужного размера, посажу я их на клей сюда первым делом, чтобы сделать борты и отступ для для электроники. Это раз. Потом далее я в э, самой амальгаме я сделаю круг прорежу под кнопку. Она, кстати, срабатывает. Э, сюда закину релюшку, закину блок плавного розжига э, и еще закину понижающий преобразователь, так как у меня э, блок питания уже есть в ванной комнате 12 вольтовый потому мне не нужно ставить дополнительный блок питания я просто сюда закину э, преобразователь до 5 вольт для питания вот этой вот части именно потому что эта штуковина питается 5 или можно просто сделать кстати э, кренку э, L7805 поставить также питать вот эту вот штуковину, но э, Скорее всего придется ставить кондер, потому что вот эти штуки все-таки очень чувствительны к питанию и бывают то не срабатывают. Ну, мне об этом говорили. Я пока питал от вот такого там, ну от ЛБПшника или вот от такой вот штуковины, я не заметил проблем в работе, но говорили, что могут быть. Еще если мокрые руки, могут быть проблемы с включением. Ну, что ж, давайте начнем уже делать. Я вначале сейчас проклею кромку, проклею ленту и начну монтировать внутрь вот эту вот часть электроники. Итак, значит, зеркало после проклейки. Как вы видите, у нас здесь добавился поднос такой специальный, в котором и будет у меня вмещаться. Во-первых, эти борты служат для профилем светодиодной ленты. Просто они наклеены на водостойкий клей-момент. Светодиодная лента также армирована этим клеем. То есть не полностью промазано, а точками, точка, точка, так как э, скотч в светодиодных лентах имеет свойство высыхать со временем, потому я именно армировал. Значит, далее. А дальше с помощью ножа и разметки можем в принципе нанести любые узоры, которые будут подсвечиваться. Мне будет достаточно просто линий. Вот эти прорезы, они будут отлично видны, так как мы разрезали защитный слой и слой амальгамы слегка. Итак, значит, друзья, мой проект практически закончен. Значит, все это собрано. Подключено, значит, использовано реле. Понижающий модуль до 5 вольт, вместо него можно ставить спокойно кренку. LM L7805 5-вольтовую, но только с радиатором, с небольшим хотя бы. Это блок плавного рожика для светодиода. У меня, кстати, есть видео старое, как его собрать. Я также схемку добавлю. Значит, тач-сенсор, вот ни в какую он не захотел работать через зеркало, потому у меня альтернативный вариант, у меня вот такие вот крепления хромированные, я его, собственно, к этому креплению и просто вам просто подложу, вкручу, так как вы видите, все работает отлично, значит, я прорезал специальную сетку для декоративного вида, приятного вида, и все это будет работать. Значит, Насчет тач-сенсора, я хочу еще попробовать красные вот эти сенсоры, как они работают с стеклом и именно с зеркалом, потому что с зеркалом все-таки были проблемы. Я даже прорезал дырочку в альмальгаме, все это чистил и пытался подключить, но все равно никакого результата, потому я только оставил там светодиод. А так, по сути, проект завершен. Мне нравится этот вариант подсветки. Оп. Ну, нужно, конечно же, закрепить. Так, здесь пластиночка. Оп. И плавный пуск. В общем, друзья, схему данного устройства я добавляю, конечно же. А также не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. С вами был ваш Денис Гик. Спасибо за внимание. Значит, друзья, получилась такая вот подсветка. Видите, какой ореол исходит от зеркала. Значит, кнопка. Вот она. Отлично срабатывает. Я просто подложил пластинку. Так, и разгорается как же. Вот зажглась. Значит, окно, это подсветка у меня сделана для того, чтобы видеть, что система в активном режиме. Ну, по сути, оно не нужно, конечно, но в принципе так еще добавляет один визуальный эффект. И оно, кстати, светится, когда я выключаю э, сам, само зеркало. То есть, то светодиод на самом вот этом вот э, 233 модуле. И он активно горит. Вот такая штуковина. В принципе, советское зеркало очень сильно преобразилось благодаря всего лишь одной... Ну ладно, двумя, двум платкам. Это реле и вот этот сенсорный модуль, и куску светодиодной ленты. Это все очень просто. В общем, друзья, с вами был ваш Денис Гик.